Всем большой-большой привет! Времени до наступления Нового года осталось совсем мало, а это значит, что скоро мы, помощницы Деда Мороза, подведем итоги наших конкурсов. И кто-то выиграет самый главный приз проекта – стиральную машину. Напомним еще раз тем, кто не знает или забыл условия. Все, что вам нужно, это прислать письмо с поздравлением нам на почту morozsobaka@anaboregion.ru. Письмо должно быть обязательно кому-нибудь адресовано. То есть одно стихотворение прислать недостаточно, что, к сожалению, сделали Наталья и Олечка Москаленко. Девушки забыли написать, кому адресовано письмо. Поэтому ваше письмо, к сожалению, не может принять участие в викторине, но вы можете написать еще одно, правильно? Правильно. В моих руках весточка от Николая. Он ищет оригинальный новогодний подарок для жены. Посоветуйте, где же его найти. Заранее спасибо, Снегурочки. Ну что ж, вам на это ответит Николай. Легко. Салон-магазин сувениров «Важная персона» создан для того, чтобы помочь вам подобрать лучший подарок. Согласитесь, приятно, когда про вас говорят, что вы человек с неограниченной фантазией, который может подарить полезный, смешной или строгий подарок. В общем, подарок на все случаи жизни. Оригинальные наборы предлагает торговая марка «Санталина». Такая текстильная продукция способна внести в жизнь человека мягкость и комфорт, раскрасить ее пестрыми узорами и цветами, развеять прохладу современных интерьеров. Скатерти с новогодней символикой, наборы салфеток для сервировки стола, красивые полотенца. Обратите внимание на дизайн. Для создания эксклюзивных рисунков, помимо разноцветной нити, используется бисер, блестки, стразы. Любителям астрологии можно преподнести в дар миниатюрку «Знаки зодиака» золотого или серебристого цвета с элементами Сваровски. Важная персона с гордостью представляет вам ледяную зимнюю коллекцию. Это фигурки в виде подков с изображением лошадей, снежинки с голубыми кристаллами. В настоящее время икона не только символ веры, но и добрый подарок для близкого человека. Ювелирная коллекция икон галереи Благолепия включает в себя известные русские чудотворные образы, почитаемые как в России, так и во всем мире. Иконы изготовлены с использованием листового серебра. Отдельные части окладов дополнительно покрываются золотом. К рождественским праздникам такой подарок будет очень актуальным. Подобный жест – безоговорочное свидетельство искренности чувств дарящего. Помимо подарков, в магазине большой выбор новогодних украшений, бус, талисманов наступающего года и, конечно, елочек. Если вы еще не успели купить игрушки, то приходите в важную персону. Праздничное настроение здесь гарантирует. Город Анапа, улица Ленина, 15. На новогоднюю почту пришло письмо Татьяны Рычковой. Приближается Новый год. Хочу поздравить моих детей, внуков и друзей и пожелать им всего самого доброго и чудесного. Ну что ж, Татьяна, теперь и вы принимаете участие в нашем марафоне. Желаю вам удачи. А у меня в руках следующее письмо. Оно пришло от Виктории Крюковой. Она поздравила Дедушку Мороза стихотворением собственного сочинения. Прекрасно. А у меня просьба. Инна Вороная спрашивает, где же приобрести продукты к Новому году. Продукты должны быть высокого качества. Продуктовый магазин самообслуживания «Любимые продукты» в Анапе знают. На полках можно найти совершенно потрясающие продукты по абсолютно приемлемым ценам российского и импортного производства. В магазине большой выбор сыров, мясных деликатесов, морепродуктов и даже готовых блюд и закусок. В отделе кулинария можно купить салаты, вторые блюда из курицы, свинины, говядины и выпечку. Если готовить не умеете или не любите, то для вас работает специальное предложение «Новогоднее меню». Выбирайте вкусности, которые хотите видеть на праздничном столе, и специально для вас их здесь приготовят, будь то заливная рыба или фаршированная утка. Чтобы устроить себе прекрасный восточный ужин, далеко ходить не нужно. В любимых продуктах вы найдете все для приготовления самых традиционных блюд японской, вьетнамской, индийской кухни в домашних условиях. Если вы хотите приготовить самостоятельно суши и роллы, сварить настоящий тайский суп, то попали в нужное место. Маринованный имбирь, нори, морская капуста, разные виды лапши. Практически к любому блюду в восточной кухне подаются соусы. Только соевых в магазине до 150 видов. Большое разнообразие масел – оливковое, соевое, тыквенное, льняное, кукурузное и другое. На полках найдете продукцию таких популярных марок, как Uncle Ben's, Heinz, Dalmio. Радует изобилие макаронных изделий из Италии, Франции и других стран. Праздничному столу можно подать рождественскую пасту. Что касается новогодних подарков, то советуем приобрести сладости, которые лучше сложить в красивую коробку. В любимых продуктах можно выбрать самые разнообразные упаковки. По желанию купить сладкие подарки уже готовыми наборами в красивых емкостях в виде часов, мишек с изображением Деда Мороза.
Можно выбрать мягкую упаковку с любимыми сказочными или мультяшными персонажами. Модным и одновременно вкусным презентом станет такая шоколадная открытка. Раз речь зашла о сладостях, то заглянем и в кафе «Любимое», которое является в своем роде кондитерской. Это небольшое, но очень уютное место. Теплая дружеская атмосфера располагает к беседам, во время которых можно насладиться пирожными и десертами, попробовать разные виды чая и кофе, а также пообедать. Здесь вы можете заказать торт на любое торжество и, если необходимо, приобрести фигурку, которая достойно украсит его. Кондитеры справятся с любой задачей, будь то заказ на торт с масляным, белковым, заварным кремом или же с применением сахарной мастики. Запоминайте адрес: город Анапа, улица Заводская, 105. Следующее письмо. Здравствуйте, меня зовут Дастхаджаев Янис. Я хочу поздравить свою семью Петрушиных, маму Светлану, бабушку Галину, сестру Анну и всех остальных, свою любимую Кристину и друзей. Янис, мы присоединяемся к вашим поздравлениям и желаем вам победы в лотерее. А теперь я напомню всем, что в рамках нашей программы проходит конкурс для малышей. Вам нужно разучить с ребенком новогоднее стихотворение, записать выступление малыша на видео и прислать нам на почту anaparegionsobaka@gmail.com. Ребенок, который займет первое место, получит в подарок приз от магазина «27 игра» – планшетный компьютер. Если хотите присоединиться к участникам, то заходите на сайт anaparegion.ru, где можно ознакомиться с правилами конкурса подробно. В номинации «Зрительские симпатии» будет разыгран приз от магазина «Время подарков» и сладкий подарок от концерна «Енисей». Следующее письмо у нас от Величаевой Анны. Она пишет: «Сейчас, перед Новым годом, в продаже очень много елочных игрушек. Я растерялась и не знаю, на каких остановить свой выбор. Как украсить елочку стильно и в соответствии с символом года?» Мы уже неоднократно рассказывали о елочных игрушках. В этой теме мы специалисты, так что поможем и вам. Синий цвет и все его оттенки – это цвета стихии наступающего года по восточному календарю. Хотите украсить дом или елочку к Новому году в актуальные цвета? Приходите в магазин «Время подарков». Здесь вам помогут подобрать украшения, которые будут хорошо сочетаться между собой. Например, вот такая белая красавица, украшенная синими игрушками, смотрится морозно и по-королевски роскошно. Но здесь все дело вкуса. Можно также наряжать елку, придерживаясь и других цветов – красного и золотого, желтого и зеленого, фиолетового и ягодного. Елки, оформление которых выдержано в двух определенных цветах, выглядят очень стильно и опрятно. Без новогодних гирлянд на елках сегодня просто невозможно представить Новый год ни дома, ни на улице. Также очень популярны и сказочно красивые композиции из объемных светящихся фигур. Паровозик с заснеженной крышей – это невероятно праздничное украшение интерьера. Может использоваться в качестве фигурки под елочку, а также для оформления торгово-офисных помещений. Снежные шары – это традиционный подарок на Новый год и Рождество. Потрясите сувенир, и внутри шара начнет кружиться блестящий снег. Также создать сказочную атмосферу Нового года и Рождества поможет музыкальный шар. Играет рождественская мелодия, и внутри крутятся вихри из пушистых снежинок. Живописное основание шара, расписанное вручную умелыми мастерами, делает этот сувенир подлинно уникальным подарком, который заворожит внимание и согреет теплом ваших близких в долгие зимние вечера. О сувенирах и статуэтках с символом года сказано уже много. Несомненно, они должны присутствовать и в новогоднем оформлении, и могут стать актуальным подарком. Из новинок в магазине – никелированные подстаканники, гравировка на которых содержит поздравления с Новым годом, а символ года, несомненно, принесет удачу. И напоследок, в новогоднюю ночь самое главное – это ваше настроение. Ведь, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А значит, важно обеспечить себе веселый праздник в доброй компании. А если вы еще и заручитесь поддержкой покровителя года, порадовав его праздничным оформлением с учетом вкусов лошади, то успех в Новом году вам обеспечен. Вас ждут в магазине «Время подарков» Анапа, улица Ленина, 153. Как украшать дом и офис к Новому году деревянные синие лошади, мы теперь знаем. Алена, а ты знаешь, что я слышала? Для того, чтобы год лошади принес удачу, нужно обязательно подарить родным и близким зеленое комнатное растение. Вот только где же его выбрать? Об этом мы сейчас и узнаем. С Нового года начинает отсчет новой жизни, уповая на перемены и осуществление заветных желаний.
Поэтому и праздник хочется провести так, чтобы он стал по-настоящему незабываемым. Наверняка тогда и весь грядущий год «Синие лошади» по восточному календарю пройдет на одном дыхании. Кстати, если вы жаждете перемен в жизни, задобрите лошадь комнатным растением. Магазин «Цветочный городок» предложит вам море зеленых подарков. Есть все, от миниатюрных цветов до крупномеров. Комнатные растения – это живой организм. Каждый из цветов обладает своей энергетикой. Для финансового благополучия многие стараются приобрести денежное рублевое дерево – толстянку. Доллары притягивает магический цветок под названием «Замиокулькас». Он родом из тропической Африки. Оба дерева неприхотливы, а уход за ними прост – даже для начинающего цветовода-любителя. Антуриум очень часто дарят именно мужчинам, поэтому его называют цветком мужского счастья. Считается, что он приносит сильному полу удачу. Волшебным принято считать и спатифилиум, в народе называемый просто «женское счастье». Говорят, что он помогает женщинам изменить свой статус с одинокой на замужнюю. Фикус Бенджамина для тех, кто хочет ребенка. Он помогает накопить запас жизненной энергии. Особое внимание здесь уделяют орхидеям. Этот роскошный цветок в любом помещении создаст атмосферу уюта и ухоженности комнаты. В продаже есть цитрусовые растения – лимоны, лаймы, кумкваты, а также кофейные деревья. Согласитесь, араукарию – вечно зеленое хвойное дерево – можно нарядить на Новый год. Ну чем не маленькая елочка? А этот цветок интересен не менее – платицериум или маскарок. Его листья по форме напоминают рога лося. Особое очарование дачному участку, саду придадут авторские фигурки ручной работы. С их помощью вы сможете сделать каждый уголок еще более сказочным и уютным. И по-новому взглянете на привычные вещи. В продаже всегда грунт для различных растений. Удобрения, широкий выбор семян. Здесь их около 500 сортов. Рассада и луковицы тюльпанов, нарциссов, а также крокусов. Ассортимент обновляется каждую неделю. Также магазин работает под заказ. Цветочный городок расположен по адресу Анапа, улица Парковая, 93, рядом с Восточным рынком напротив ГИБДД. Ну что ж, дом украшен, продукты закуплены, пора уделить время себе любимой. Всем представительницам прекрасного пола посвящается следующий сюжет. На Новый год принято дарить подарки не только друзьям, но и самой себе. Поэтому магазин «Ева» позаботился о своих покупательницах заранее и представил обновленные коллекции нижнего белья, которые идеально подходят для любых форм и размеров, делая выбор подарка простым и приятным. В магазине вы найдете все – от соблазнительных кружевных моделей белья до удивительно мягкой домашней одежды. «Триумф» является одним из старейших немецких брендов нижнего белья. В каждом сезоне для разных линий марки команда дизайнеров изготавливает корректирующее и сексуальное белье, модели для повседневной носки. Такие бюстгальтеры формируют совершенное декольте, а также обеспечивают комфорт в течение всего дня. Под маркой «Триумф» выпускаются лифы на косточках и без них, с отстегивающимися бретелями и эффектом push-up, чулочные пояса, разнообразные модели трусиков. Для современных женщин «Вандебра» стала частью незаменимых маленьких дополнений к красоте, которые совершенно необходимо иметь у себя. Нижнее белье этой марки отличает удобство, качество и идеальная посадка. Эффект «Вандебра» – пышное и глубокое декольте. Его секрет – в специфической конструкции пуш-ап бюстгальтера «Вандебра» и косточки, конструкция, которая не только приподнимает, но и сближает грудь, создавая декольте, о котором мечтает каждая женщина. «Арди» – датская марка, предлагающая яркие и модные коллекции женского белья. В России представлено уже более 20 лет. Белье этой марки идеально подходит для современных, энергичных и независимых девушек. Уникальные фасоны модели имеют изысканную отделку кружевом, пайетками и уникальными деталями. В «Еве» вам помогут выбрать комплект белья под любой праздничный наряд, чтобы вы могли чувствовать себя особенной. Ведь здесь знают, как важно правильно подобрать красивое белье, в котором вам было бы комфортно. На втором этаже магазина «Ева» представлена пляжная коллекция «Арди». Это огромный ассортимент моделей разных форм, ярких и классических расцветок, изготовленных из высокотехнологичных тканей. Если каникулы собираетесь провести в теплых странах, то непременно отправляйтесь в «Еву». Как известно, Новый год нужно встречать во всем новом. Тем более, что на купальнике скидки до 50%. В продажу поступили мужские и детские коллекции, а также спортивные купальники для бассейна. Здесь же в «Еве» найдете чулки и колготки, как для повседневной носки, так и для особых событий. А самое главное, что в магазине действуют новогодние скидки. Приятных вам покупок! Напоминаем, что в этом году у нас еще больше подарков. В финальной передаче этого года мы разыграем сертификат на 1500 рублей от магазина «Алмаз».
Сертификат на сумму 3000 рублей от ирландского паба Дублин. А главный приз лотереи предоставляет магазин «Белая техника». Это стиральная машина-автомат. Новогодняя почта работает до 23 декабря. Пишите письма и выигрывайте подарки. Все подробности о конкурсах ищите на сайте anaporegion.ru в разделе «Наши акции». Ну а теперь давайте прощаться. Увидимся в среду в 18:45 на канале РЕН Анапа Регион. Пока! Пока! Выбирая бытовую технику, вы учитываете то, что она прослужит не один год. Может измениться обстановка, но бытовая техника останется. На чем же остановить свой выбор? В этом вам поможет магазин «Белая техника». Строгие классические модели всегда актуальны для тех, кто ценит комфорт и спокойствие. А если вы любите экспериментировать, «Белая техника» предлагает необычные формы и цвета. Магазин «Белая техника». Анапа. Улица Толстого, 120. Телефон 3-21-39. Магазин «27-я игра» предлагает большой выбор игровых приставок и консолей, лицензионных игр и DVD. У нас вы найдете планшетные компьютеры, цифровые диктофоны, плееры и наушники. Ждем вас ежедневно. Центральный рынок, магазин «27-я игра». Чтобы окунуться в атмосферу ирландского паба, не обязательно ехать за границу. Irish Pub Dublin. Традиционные ирландские напитки, европейская кухня, бар, спортивные трансляции, выступления рок-групп, шоу-программы и караоке. Irish Pub Dublin. Настоящий ирландский паб в Анапе. Ждем вас каждый день с 12 дня до 5 утра на углу улиц Ленина и Пушкина.